Необходимость проведения поисково-спасательных работ в горах увеличивается. Это связано с ростом туристического потока. Поэтому МЧС Дагестана ввело в боевой расчет новое поисково-спасательное подразделение в селе Цуриб Чирадинского района. Во время открытия официальные лица рассказали, что за последние годы в регионе появилось 35 пожарных частей и 16 поисково-спасательных подразделений. Это не только гарантия безопасности для людей, но и множество рабочих мест. Торжественная церемония началась с минуты молчания в память о российских военнослужащих, отдавших жизнь в ходе специальной военной операции на Украине. В завершение собравшиеся посадили деревья в память о погибшем министре МЧС России Евгении Зиничеве и в честь братского народа Донецкой и Луганской республик.